Я видел, что он есть, этот коллектив «Шлем без ветра». Вот. Но сегодня вот Александр соло выступил, помогли соратники по сотворчеству. Сейчас приглашается на сцену Константин Золотарев. Вот. У нас не так давно прошел итоговый концерт даже с фестиваля, где Константин очень так бодро выступил. Вот. Очень мне понравилось выступление. Вот, поскольку наша деятельность в рамках студии сотворчества, в общем, подготовка как раз даже фестиваля, который обычно в феврале проходит. Ну а в мае делаем такой же итоговый концерт. Не слишком серьезный. Ты там черный шнур нашел? Там нужен черный, который Александр где-то там. На микрофоне висит. На другом. Вот. Саша, а где ты оставил шнур? Можешь вам помочь? А вот, он висит, смотри, Вот, ну, понимаешь, у нас сегодня последний концерт здесь, в этих стенах гармонии, за что этим стенам спасибо. Они, кстати, освещенные, вот, если кто-то как-то не в курсе. Вот, мы строим, что мы как бы придерживаемся христианского мировоззрения, вот, и, но пытаемся, чтобы творчество как-то было тоже на уровне. Мы же стремимся. Это к тому, что у нас тут регулярно проходят, допустим, рождественские и пасхальные. Поиграй концерты. Нет? Поиграй еще. Там, если у тебя есть громкость, давайте, можно. Ага. Вот. Так что в этом сезоне все у нас было. Константин как раз играл у нас на открытии сезона, насколько я помню. Ага. Все, слышно? Слышно. Ну поехали, Константин Золотарев. Я сегодня вот решил старенькое попеть, я очень редко пою старые песни, обычно привычка такая, что-то новое сразу на сцену показывать. А сейчас вот, вот реки традиции, спою все старенькие песни, много лиричных там, наверное, будет. Вон, первая песня будет называться «Поле». Зайдет звездою ясною, как
бесконечного поле мое, как душа рвется нераскаянно, не уйти все равно от вопроса жизни главного. Очень старый, я написал лет 19, наверное. Вот недавно дописал там куплетик, и вот решил первый раз исполнить. Не знаю, как она получится. Я посадил белые цветы в поле у ручья. Я их любил, как я их любил, как мать свое дитя. Но в том краю, где они росли, разгулялся смех. О,
ай погубил, ай да повалил деревья да кусты. И все мои цветы, те, что я любил, я посажу новые цветы много лет спустя. Я помяну доброю слезою детства времена, какими были и какими стали наши голоса, что сохранили из того, что взяли мы из цветника, из жизни цветника. Thank you.
сколько еще времени там? Теплится свеча у знакомого окна с улицы, заметил я, машет мама мне рукой.
и все здесь изменилось, не заметил я. О, мои дворы, уж не слышно ребят незнакомый смех. Старые дворы, ветхий город нарядился новыми, новыми людьми. Константин Золотарев. Сейчас у нас приглашается Людмила Щербакова на сцену. Вот на все.